парковке, блядь, очередной. Пиздец, конечно. Интересный способ паркования, конечно. Я вообще думал, что по-другому как бы паркуется. Надо здесь руль просто влево выкручивать. Он продолжает ехать так же, блядь. Что поменяется, непонятно. R075 EU 790, по-моему, такой номер. Мне сложно, когда купил проводы. Я больше не понимаю, как их можно парковаться. Почти. Руль вправо, по идее, надо было еще чуть вперед. Место просто писец сколько. Бля, боже, только не стукнуло. Это песос. Оставляй так. Стоит.
Ну все бы ничего, только белая машина моя стоит, блядь. Китайская какая-то машина. Бля, брось ты, боже, а. Стой, блядь. Да, страшно за наших водителей, прям пиздец как. Опасно очень. Стой. Там либо ребенок сидит без прав, либо человек купил права, никогда не ездил за рулем. Все? Тоже неплохо. Девушка. Это жестко. Или тетя, блядь. Непонятно. Конечно, пиздец. 10 минут. Давайте лайкосики ставьте, что ли.